Всем привет! Это канал «Про цветок», на котором мы рассказываем простым и доступным языком про уход за садом и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я хочу поделиться отличной новостью для наших зрителей, да и для всех огородников. Мы сделали для вас отличный сервис, который поможет вырастить здоровую рассаду томатов, перца и огурцов. Благодаря этому сервису вы получите ежедневный надзор за своей рассадой. Мы поможем определить любую проблему, будь то вредитель, болезнь, нехватка питания, либо ошибки в агротехнике, и дать доступные и понятные рекомендации по лечению и профилактике. А еще вы поучаствуете в очень важном эксперименте. На базе полученных фотографий мы обучим искусственный интеллект определять проблему автоматически, без участия эксперта. Для этого нужно всего лишь присылать фотографии вашей рассады, желательно каждый день. А делать это очень просто, и сейчас покажу как. Если у вас дома обычный компьютер или смартфон, вы можете задать вопрос, воспользовавшись веб-версией. Для этого вам нужно в поисковой строке написать «Процветок.нет». Далее мы заходим на сайт и делаем регистрацию. Для этого нужно указать ваш почтовый адрес, то есть e-mail, и пароль. После завершения регистрации на экране появятся интересные темы. Вы можете выбрать ту тему, которая вас интересует, ну, например, овощи. Далее нажимаем графу «Проверка рассады» и прикрепляем фотографии, желательно не менее 3 фотографий. Как только фотографии прикреплены, отправляем вопрос эксперту. И в скором времени вы получите рекомендации по уходу за этой рассадой. А во время ожидания можете почитать ленту новостей. Здесь очень много полезной информации по уходу за садом и огородом. Когда будет готов ответ от эксперта, вам придет уведомление. Нужно открыть вкладку «Мои ответы» и прочитать рекомендации. Как видите, все очень просто. В заключении эксперта вы найдете описание проблемы, решение этой проблемы и, конечно же, профилактику, чтобы в будущем не допустить возникновения различных болезней или вредителей. Как видите, все довольно просто. Заходите на наш сайт, качайте приложение и давайте использовать силу нашего огромного сообщества, чтобы растить большие урожаи. Процветания вам!